Ну что ж, это такое видео по вертушкам, рассказ о моем управлении именно. Если что, на канале есть видео о самолетной части. Да, там, конечно, интерфейс устарел немного, но в общем и целом все то же самое. Я нахожусь сейчас просто в пробном, на 24-ке. Просто стою. Escape, управление. Здесь выбираем вертолет, но и так, конечно, выберется, скорее всего. Здесь выбираем полное обязательно, так как будем видеть все функции. Здесь все будет выключено и так далее. Вот это вот самое важное сейчас. Относительное управление. Так же, как и на самолете, я выбираю относительное управление. Вот эта кнопка, по идее, должна у вас уже стоять. Это должно быть включено. H, ну, выбрано. Далее, шаг газ у меня стоит. Левый Shift, левый Ctrl для удобства. Оси крена AD, ось тангажа нужно поменять местами, оно наоборот изначально, для удобства, чтобы было как в арме. Я сделал все как в арме. Ось рысканье QE, ну так как у меня в арме. Далее, чувствительность крена и тангажа понижаем примерно до 50%. Чувствительность рысканья значительно понижаем, так как она чересчур чувствительна, потом объясню зачем. Далее, сброс бомбы у меня пробел, неуправляемые ракеты R, управляемая F. Так, что-то наверх дернулось. Ну, смена вида, вот стабилизация прицела, это важная вещь. На Alt стоит для удобства нажатия. Камера слежения врагом обязательно удаляем вот этой кнопочкой. Если будете особенно играть не в СБ. Ну, если только в СБ, то вам, в принципе, без разницы. Но я думаю, вам все равно захочется и в другие попробовать на вертушках. Вот, открытие кокпита, левый Ctrl-T, так же, как и у меня на самолете. Далее, заходим в общее. Вот, выделение цели, если у вас вдруг не стоит на удобную кнопку, вам. Опять же, может пригодиться именно для это, ну, режимов маркерных, скажем так. Далее. Сейчас найду. Скрытие интерфейса и так далее. Так, для записи видео. Приблизиться. Вот правая кнопка, если вдруг у вас не стоит. Это тоже очень важная и ценная вещь. Правая кнопка мыши у меня. Все остальное я не менял. Теперь нажимаем ОК. Вот вертушка. Вот левый Ctrl-T я могу закрыть. Если он мне не нужен кокпит. А и разумеется тоже. Вот я О промазал. Виноват. На паузу нажал. Я посмотрю на клавиатуру. Вот пошел запуск движков. Продолжение уже будет именно после запуска. Вырежу немного. Я запустился. Ctrl QE. Вот у нас повороты. Понижал чувствительность, потому что она слишком чувствительная. Это напоминает, кстати, Arma 3 и мод RHS, там тоже как-то чересчур чувствительный, приходится понижать. Я теперь могу поворачиваться. Также теперь могу, нажимая W, двигаться по взлетке. Немного добавляем шаг газ, совсем немного. Нажимаем W и с помощью E уменьшаем поворот. От оборотов винта вертушка начинает немного это, разворачиваться, разумеется. Вот я могу ездить теперь. На Б можно тормозить. По крайней мере у меня. Поехали. Вот если не уменьшить чувствительность рысканья, то вы будете вот слишком резко поворачивать. Вот у меня сейчас, как видите, вполне удобно. Теперь набираем скорость, добавляем шаг газ, выравниваемся, идем на взлет. Зачем кокпит открыть? Добавляем, отвлекся называется. Хотел красиво взлететь, но ладно, не получилось. Г убирается шасси. Теперь далее, как видите, я вот управляю, это вроде как выглядит так, как будто от джойстика, но на самом деле я это делаю мышкой. Так же, как и в армии. Также я могу вот на вас еще дополнительно подруливать, когда мне нужно меня резко
идете в пикирование, вы видите, что сейчас вы врежете в землю, у вас вполне может не хватить времени поднять нос с помощью мышки. Вы можете нажать S, и у вас нос поднимется. Именно для этого менял местами V и S, дабы, в общем, было как в арме. И как видите, я теперь управляю полностью. Да, и теперь убрали вот необходимость нажимать режим прямого управления. Теперь могу всегда с пилота стрелять с курсового вооружения. Ну, в лице, в данном случае, пулемета. Колбасит, это нормально. Также на H выбирается режим фотостабилизации, о чем я говорил в предыдущем видео по управлению. Ну, там был еще OpenDev, и здесь уже все. Это продакшн. Вертушки вышли. Ну и собственно все. Вертушка управляется. Вот AD, это не мышкой. Могу опустить нос, поднять и так далее. Шаг газ, контр. И шит. У меня все легко, все под рукой, все рядом. Сейчас напишу, что нету всего этого. Это проверка. Так как закрылок и на вертушке нет, поэтому я поставил на F, который... Ну, конечно, пишешь, что нет закрылок. Ну, это мелочь. Такие закрылки вертушка, наверное, не нужны. Такую посадочку. То есть выровняться. Да, и у меня колесиком является более мягко, скажем так. По самолетному. Вот Ctrl-T могу быстренько закрыть кокпит, если мне это не хочется. Вот как бы. Все в порядке, все цело. Поражение не брал. Либо это не для этого. Данный момент. Все работает. Вот такое управление. И правой кнопкой могу увеличить. Много давали мешать газ, много имеет обороты. Нос. Это он сам, кстати, его выключил, так как это СБ изначально стоит. Я могу спокойно ехать по взлетке. Буханка, кажется, впереди. Прикольно. Тормаживаемся. Поворачиваемся. Все, я на стартовой площадке. Ничего не хотят, да ладно. Более на ту площадку. Ну, в общем-то, это все. Да, и так, напоследок, напишите, хотите ли еще какие-либо видео с полным управлением вертолета. Возможно, сами предложите какие-либо варианты, как можно это что-то попробовать. Возможно, хотите вообще, чтобы я гайдами занялся. Хотя на самом деле никогда им не особо не занимался, ну да ладно. У меня была мысль попробовать именно вертолеты именно в тундре. В общем-то, теперь точно это все.